Сергей, расскажи, пожалуйста, что такое нейтрализатор порога? Ну, чуть более подробно. Нейтрализатор порога – это такая хорошая техника в NLP-шном формате. Там есть серия последовательных шагов. Она позволяет вот тот негатив, который у человека накопился, отношения – это же некий цикл, когда есть одна фаза, есть другая, есть третья. И вот в отношениях, которые заканчиваются, есть такой момент, он называется порог, когда у человека меняется восприятие прошлого. То есть вот после порога, преодоления или перехода порога, если отношения идут неблагополучно, вот все то хорошее, что было в прошлом, человек исключает из своей памяти, он теряет вот этот эмоциональный заряд, и наоборот, все то плохое, что было, оно попадает на первый план, и поэтому вот этот негатив проецируется на будущее. Поэтому очень часто люди после какого-то количества неудачных отношений говорят, а иногда даже после первых, если было много негатива, говорят сами себе, что все, да, надежды нет, было плохо и будет плохо. Так вот, нейтрализатор порога позволяет пересмотреть, убрать этот негатив, но не убрать из памяти, но его переоценить, убрать вот этот знак. То есть это становится не эмоцией, а просто опытом, с которого делаются выводы на будущее. И наоборот, включается доступ к позитивным ресурсам, и тогда можно смотреть в будущее с оптимизмом, чувствовать, что силы есть, что несмотря на какие-то неприятности, все равно можно строить счастливую жизнь, и отношения, счастливые отношения возможны. Вот это хороший формат, который помогает отношения не восстановить, а в будущем создавать. Убирает разочарование, глобальное разочарование, если можно сказать так.